2021 год науки и технологий. Наука в библиотеках. Как читать нон-фикшн. Интерактивные лекции и практикумы, что они дают читателю. Что сегодня интересного происходит в библиотеке номер 8. Смотрите программу «Город С» 15 марта 18.15. Гости в студии Мария Чиндина, заведующая библиотекой номер 8, Ольга Пальникова, библиотекарь первой категории филиала библиотека номер 8.